Ежегодно на протяжении почти полувека флагман белорусской энергетики «Лукомольская ГРЭС» пополняется молодыми кадрами. Энергетиков готовят лучшие вузы страны. Многие, приехав однажды сюда по распределению, остаются навсегда. В преддверии Дня женщин мы побывали на электростанции, чтобы ближе познакомиться с молодыми и перспективными специалистами Натальей Крень и Анной Каменевой. Наталья на предприятии работает уже третий год. Здесь ее характеризуют как ответственную, трудолюбивую и скромную. Почему именно энергетика для девушки стала определяющей? Ответ, пожалуй, банальный. Будучи еще совсем юной, коренная жительница города Новолукомля наблюдала, как ее родители трудятся именно на Лукомольской ГРЭС. Меня зовут Наталья, сама я местная, из города Новолукомля. Закончила среднюю школу номер 2. Поступила в Белорусский государственный технологический университет города Минска. После окончания решила вернуться сюда на отработку. Здесь также работают мои родители, старший брат. И я решила связать жизнь с энергетикой. Коллектив принял очень дружно, все помогают. Уже есть за плечами некий опыт. 3 года здесь нахожусь. Все нравится. Довольна, что работает именно здесь. Одним словом, где родилась, там и пригодилась. В августе 2018 года инженер-энергетик Анна Каменева прибыла на Лукомольскую ГРЭС. Девушка – коренная гомельчанка. Как и Наталья, трудится в группе учета. Зовут меня Каменева Анна. Приехала я с города Гомеля. Закончила там же Гомельский государственный технический университет Павла Осиповича Сухого. По специальности инженер-энергетик. С августа месяца по распределению уже работаю на Лукомольской ГРЭС. Коллектив очень встретил радушно, приятно, все помогают. Никто, так сказать, не бросает в беде. Мне нравится, с кем я работаю. Вот. Коллектив очень хороший. Мы вместе выезжаем на какие-то культурно-массовые мероприятия. Я тоже отдельно защищаю, так сказать, Лукомольскую ГРЭС на всех конкурсах. Это выиграла в номинации «Открытие конкурса». Конкурс назывался «Песни юности наших отцов». Девушкам предприятие помогло не только с трудоустройством, но и обеспечило жильем. Молодые специалисты живут в общежитии. Наша станция является флагманом белорусской энергетики. Также она поддерживает молодых специалистов, дает им все необходимое для того, чтобы они проходили практику и нарабатывали опыт. Участвуем в культурно-массовой жизни как станции, так и города. Хочется верить, что девушки добьются успехов в профессиональной деятельности, найдут свое счастье именно здесь, на Чашничине.